Продолжаем выпуск. Накануне в Мурме в акваторию реки Ака выпустили свыше двух с половиной тысяч мальков стерляди. Мероприятие проводилось по заказу управления автомобильных дорог областной администрации для компенсации ущерба, причиненного в ходе ремонта мостового перехода через реку Ушна. Рыбу привезли на место выпуска на специальном транспорте в изометрических контейнерах с водой и кислородом. Мальков выпускают в реку через 200 миллиметровый шланг после выравнивания температуры воды в реке и контейнерах. Восстановление популяции краснокнижной стерлиди тем самым позволит восполнить рыбные ресурсы. Однако процесс это не быстрый. По статистике до нереста доживает от 1 до 3% выпущенной молоди.